Мариан. Благодаря Мариа Керри. Ухо закрыла, чтобы не слышать. Конечно. Она была популярна вроде, когда у меня родители молодые были. Да, я не слышал. Папа руки вверх слушал. Мне тоже так послушали. Голубой огонек ты почти американский. Нет, я думаю, его сольный концерт. 2005 года прикинь. Нет, это. А, запись 2005. Ну, у меня вроде один из таких прям сильных голосов считается. Вроде же твоя песня там про Рождество есть, которая всегда играет. All I want for Christmas. Да? По-моему, она поет. Я слышу, что это рождественское какое-то настроение. Голос похож. Мне кажется, она пела эту песню, нет? Про Рождество. Там еще куча людей перепевала. Полом эту Christmas из you, да, рождественская. Комментировать. Просто если бы мы какие-то были музыкальными там критиками, экспертами, ну, и говорили там, какое у нее вибрато. Поет и поет. Какое там у нее расщепление, я не знаю, что там есть. Поет и поет. Ну хорошо поет, четко классно. Поет, ну, не, ну классно поет, хорошо, это же Мэрайя Керри, как она будет хорошо плохо петь-то. Молодец, ну что, ну молодец. Успела, все. Ну все, успокойся, да. Это добрый. Все. Давай. Хорошо. Все. Я сама посмеялась. Специально. Это вроде была популярна такая тема, знаешь, акапелла они поют немножко, а потом снова начинается инструментарий. Ну, как, допустим, I Will Always Love You песня же начинается от Уитни Хьюстон, она тоже сначала в тишине поет сама, а потом уже начинают инструменты подключаться.